Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Yoga Smart Tab. И сейчас я покажу вам, как что делать, если вы вдруг забыли пароль от вашего устройства. Итак, в таком случае нам нужно для начала отключить наше устройство. Нажимаем «Выключить». И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и две кнопочки громкости. После появления логотипа отпускаем кнопочки. Попадаем в режим recovery. И здесь нам нужно выбрать. Передвигаемся мы при помощи кнопок громкости, делаем выбор при помощи кнопочки питания. Здесь нам нужно выбрать Wipe Data Factory Reset. Выбираем и выбираем Factory Data Reset. И теперь выбираем Reboot System Now. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.